Петр, я тут, наверху. Петр, как ты это делаешь? Легко. Стоит только захотеть, и все получится. Это так же просто, как ходить. Попробуй. Опять? Петра, как? Но смогу ли я, Петра? Конечно, попробуй. Просто беги вперед. Нет, 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 нет! Перебор! Перебор! Вот это да! Ты прямо как твоя Сюнин. И ни царапины не осталось. Ну, пойдем. Волес, наверное, там. Ты уверена, что Волес здесь? Никого не вижу. Да, здесь. Спросим у кроликов. Они точно что-то знают. Верно. Кролики. Мы здесь уже были. Где-то тут на нас напали волки. Да. Надеюсь, духи не гневаются и не захотят нас разорвать. О, нет! Духи волков пробудились! Здравствуй, Дед. Прости за беспокойство, но не видала ты моего брата, Волес. Говорит по-кроличьи. Петра, быстрее! Скажи, крошка кролик. Эйвор, гляди! Олень вернулся! Видишь? Белый олень! Он ведет нас к Волесу, как и тогда! Я вижу! Вперед, Эйвор, за оленем! Нет, нет! Постой! Стоп, мы дома. Значит, мы просто ходили кругами. А что мы там высматриваем? Волес? Башка ты каменная! Мы тебя обыскались! И вот он я, отдохнувший и готовый к труду. Где ты был? На обратном пути моя ноша была тяжела. Шел я медленно. Пришлось сделать привал. Я набрал грибов для похлебки. В общем, веселые были грибы. Я будто спятил. Содрал одежду, бегал где-то, проснулся в лесу голый и в синяках. Пришлось прокрасться голышом домой, взять одежду. Теперь вот я иду за инструментами. Грибы. Значит, олень был просто сном. Может так. Но не отвергай сны. Они часто значат больше, чем явь. До сих пор слегка ведет от грибов, но приятно. Было весело. Может, потом повторим? Только без грибов. Можно. Но надо спросить разрешение у кроликов.
Я принес тебе траву. Славно, славно. Добавлю ее, и зелье можно будет пить. Выпив зелье, ты обретешь мудрость самого Всеотца. Пройдешь по пути Одина, проживешь его жизнь в далеком прошлом. Приготовься к путешествию в другой мир, в иное время. Зелье уже готово. Вкус совершенно ужасный, но если выпьешь, твой ум откроется всем 9 мирам. Предсказания Норн не допускают сомнений. Асы обречены. Весь Асгард обречен. Повтори самый конец. Братья начнут биться друг с другом. В распрях погибнут. Дом богов станет красным от крови. Грядет век мечей и секир. Век бурь и волков. Нет, снова тоже. Предсказания, волк... Страшная тварь. Ужасный волк Фенрир страшно воет у врат царства Хель. Скоро он разорвет свои цепи. А мой рог? Что ждет меня? То будет вторая великая скорбь. Ибо Хави сразится с Фенриром. И падет в бою. И падет в бою? Это вы видите? Вы предсказали мою смерть. Смерть Хави. Мы говорим то, что видим. Нам ведом твой жребий, твоя судьба. Достаточно ли тебе знаний, Хрофт-Атюр? К чему борьба, если мы лишь нити, натянутые от рождения до смерти? Без надежды жизнь — кара, а не дар. Эти нити — струны, а наша жизнь — музыка. Она поднимает дух и наполняет сердца. Я не нить, чтобы чинить или рвать. Я Хави. Я вдохновение поэтов. Я враг волка. И я пребуду вечно. Загадки лишь туманят мне разум. Грядет буря, но не в небесах, а там, внизу. Близится последняя битва. Значит, так начнется Рагнарёк.
Лети же, Сёнин. Стратегия, Тор. Решительность не спасет от верной смерти. Кто сокрушил череп трюма князя Йотунов? Кто убил Герюда Великана огненным шаром? Да. Ты был великолепен, но это все в прошлом. Решается будущее. Его нужно не решать, а сокрушить. Мьёльниром я буду гнать этих гнусных тварей. Сотрясатель щитов. До самых пределов Асгарда. И оставишь нас без защиты? Без твоего молота нас просто сомнут. Больше врагов, больше славы! Клянусь яйцами Имера, нужно сражаться, а не хитрить. Мы не альвы. Мы сражаемся за наш дом и наш народ. Но от иных бед не избавишься одним ударом молота. Это от каких? Хави, рассуди наш спор. Что? Очередное вторжение? Воины из Йотунхейма нападают со всех сторон. Пока мы тут дрожим от страха и чешем задницы. Ты не прав, Тор. Многие ушли оборонять границы Асгарда и защищать большой чертог нам вчетвером. Хави, дай же мне отряд своих воинов, и я сам поведу их на Йотунхейм. У нас не достанет воинов.
Эйнхейрии должны защищать наш город. Я бы призвал их сюда, защищать Большой Чертог. Врагов слишком много, мы не можем разделяться. Что проку от болтовни? Бой или смерть? Замолчите все! Мы дадим врагам бой, прежде чем они пересекут Бифрост. Отлично, годи вороньих жертв. Кого ты возьмешь с собой? Лишь один мне нужен. Ты, Тор, владыка грома. Подрежем им жилы, прежде чем они совсем осмелеют. Зовите всех, кто в силах держать топор или молот! Мы идем на Йотунов! А вы останетесь здесь защищать Большой Чертог. Идут ли с Йотунами какие-то твари? Драугры, тролли, волки? Что тебя тревожит, Хави? Ты предвидишь что-нибудь? Там еще идут! Собираются у Бифроста! Где же Локи? Он должен был охранять врата! Созывай всех. Битва началась. Эйнхери! Грядет битва, ради которой вы здесь! За Хави! И за Асгард! Веди нас в славе, Хави! Воины, за мной! Остальным охранять Большой Чертог! Со мной! Я дарю себе эту битву! Эйнхери! Обнажите клинки во имя Хави! Утопим врагов в крови! Thank you.
помочь пуле чужакам. Асгард падет! Нет, пока я здесь. Должен был охранять эти врата, и все же они открыты. Что это? Стой! Ты ошибаешься! Я не Йотун! Я лишь странник, брожу из одной земли в другую. Ты имел бы ту же песню «Победи здесь Йотуны»? Лети, Сюнин! Ты зовешь меня лжецом?
Расправь крылья, Сёнин.
Этот малый болтался здесь, избегая боя. Выдрать ему зубы, чтобы охотнее говорил? Или вырвать глаз? Тебе велено было стеречь врата, Локи. Что случилось? Врата открылись, и оттуда хлынули эти воины. Я немедля послал вам весть. И схватил этого слюнтяя-пастуха, что тут шастал. Как твое имя, чужак? Меня кличут каменщиком. Это не имя, а ремесло. Если у меня и было иное имя, я его позабыл. Каменщиком зовут меня с тех пор, как я стал строить. Зачем ты пришел в Асгард? Утешить свою гордость, пожалуй. Йотуны не оценили моего искусства. И ты решил предложить его нам? Разве не прав я был, рассудив, что ты и твои родичи мудры и сумеют верно оценить столь редкую удачу? Хави! Смотрит ли дареному коню зубы? Я б надел на него уздечку.
Что скажешь, каменщик? Дар ли ты асом или проклятие? Ни то и ни другое. Я лишь инструмент, в обращении с которым нужна мудрость. Сколько несчастий принесли нам эти врата. Их нужно запечатать. Прости меня, но это не единственный путь от йотунов в Асгард. Я бы сумел защитить его со всех сторон. Странный случай привел тебя сюда в этот час, после нового нападения. Вовсе не случай привел меня сюда. Я долго жил среди ваших врагов и понял, как сильно они жаждут вашей гибели. Если ты сомневаешься, я могу показать. О да, пусть покажет. И если он просто хвостун, мы сдерем с него шкуру. Я согласен, но с одним условием. Мне нужна вода из источника Урд. Что ты знаешь о нашей святыне? Это место великой мощи и магии. Источник силы. Вода из него будет питать вашу защиту. Я принесу воду, Хави. А ты не пускай этого к нашим святыням. Стой, Локи. Я пойду за водой. А ты найди место, чтобы мастер мог показать себя. Да мне вовсе не трудно, Хави. Я даже люблю тьму и влагу. Ступай, помоги мастеру, а затем приходи в большой чертог. Как прикажешь. Занятное предложение. Странное совпадение. Да. Туман рассеялся внезапно. Я могу рассказать часть, но... Потом меня будто выдернуло оттуда. Пока что не стоит. Вернемся к этому позже. Да. Как только буду готов.
Кто это стоит перед Иваром Рагнарсоном? Ты Дрэнг Сигурда? Айгар! Эйвор! Продолжишь? Полы запачкаешь. Тут не хватает красок. Кто это? А, лазутчики. Только оделись, как землепашцы. Осмелели. Взяли вилы. Вон тот, буйный, меня ткнул. А было время, когда врагов убивали на поле брани, до того, как они хотя бы помыслят прислать лазутчиков! Теперь с врагом чаще ищут мира. Не по мне. Да, вижу. Враг должен ныть, скулить и мочиться от страха. Эй! Молодец. Ты свободен, поросеночек. Неси безумие, мерсийские земли. У меня бы он не умер. Пойдем. Покажу тебе все. Как зовется это место? Свинарник. А мерсийцы называют его Рептоном. Здесь хоронят их самых славных королей. Как свиньи рыдали, когда пришлось бежать. Ты вонзил свой нож прямо в сердце этого королевства. Это верно. Кучка саксонских тенов с нетерпением ждет возможности целовать нам сапоги. Но среди них нет короля Бургрида и его тена Леофрита. Мой брат думает, как с ними разобраться. Думаю, там мы и найдем моего брата. Да, оба с Сигурдом любят почесать языками. Так что лучше прочисти уши. Не морочь мне голову, Убба. Я знаю, Бургрид отправил. Я никуда не уйду, скотина. Король будет в твоей власти благодаря мне. Мне и моим людям. Мы тебе заплатили. И не заплатим больше лишь потому, что ты знаешь, сколько у нас серебра. Не забывай, я наемница. Беру, что хочу. И столько, сколько мне должны. Продолжишь дерзить, и я отрежу твой мерзкий язык и засуну тебе в зад. Прочь отсюда. Не должно сыну Рагнара Лотброка спорить из-за серебра. Не волнуйся, Уба. Мои воины с тобой. Если он один из них, мне не о чем волноваться. Эйвор, брат Волка, ты как раз вовремя. Ивар и Убба хотят захватить короля. Сможем пленить его, коронуем другого. Тена Кёлвульфа, например. Я этого не просил, но так будет лучше для Мерсии. Саксам и Данам нужен один правитель. Настоящим королем ты не будешь. Так, для вида. Да, таков мой вклад. Надеюсь, и ты здесь не просто так. В нашем деле пригодится любая возможная помощь. Бургрид отказался заключить с нами мир. С Кёлвульфом все будет иначе. Новой Англии новый король. Бургрид в Тамворте, в своей крепости, готовится к решающему сражению. Такой же свинарник, только южнее. Мы держим ее в осаде уже много недель. Хватит тянуть. Пора нанести решающий удар. Займем Тамворт, захватим Бургрида, коронуем Кёлвульфа,
и на утро Шернаш, а потом и вся Мерсия. Да, захватим. И все на этом. Бургред должен остаться цел. От этого зависит, признают меня королем или нет. Сакс, война не должна быть скучной. Не каждую победу нужно отмечать убийством короля. А, ну так же интересней. Он дело говорит, Ивар. Так мы и поступим. Келвульф предал своего короля. Может, он и нас предаст? Зачем ему верить? И что мне вам сказать, чтобы вы мне поверили? Я лишь хочу, чтобы народ Мерсии жил достойно. Чтобы мой сын жил достойно. В Мерсии Бургреда, где данные саксы каждый день убивают друг друга, это невозможно. Хорошо придумано, брат. Я готов к грядущей битве. Славно. И еще кое-что. Все это выгодно не только вам, но и нам. Союз между моим кланом и Мерсией. Посадим его на трон, и союз будет заключен, клянусь. Нас Рагнара сыны призывают к треску копий и стуку щитов. Пусть же прольется ливень стрел. Каждый к битве готов. Ха! Ты не говорил, что он скальд? Пойду отлить. У нас есть лагерь к северу от Тамворта. Ты пойдешь с нами? Ведите. Можешь пока прогуляться по Рептону. Мы будем ждать тебя у причала. Я очень рад, что ты и твой брат здесь. С вами будет немного спокойнее. Не тревожься, Келвульф. Мы все получим, что хотим. А тебя будут помнить еще долгие годы. И боюсь за мои ошибки. Город полон жизни. Есть на что посмотреть.
Покажи, что там впереди. Часть наших останется здесь. Половина войска уже у Тамбарта. И если что, мы поддержим Хейма. А мы должны остаться здесь. Защищать город. Жаль. Я бы посмотрел на лицо Бургреда, когда наши пойдут на приз.
hefur bondi, mer en samar freina finna ultima tula at lungs eipi. Ich darf an hafna eit vapet eitna. Þeik ich mér at han veiti hvar ég kom? Ég varð hann að gjöra við þessu sami. Hann 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 veit ég sér friði. Eða trefið. Ég var fyrst. Я слыхал, даны косноязычные туго соображают. Разубедишь меня? Люди либо шумные, либо глупы. А ты криклив и туп. Да, охотно. Отлично. Вот это флютинг. Побьемся об заклад. Вот. Спасибо. Что ж, начнем. Я десятки поэтов до ныне успел победить. О, хвостун, с тебя спесь будет сладостно сбить. А, остер на язык. Берегись, Юнгульф. Ты невежда, тупица и просто брюзга. Ну а ты пустомеля и вся недолга. Отлично! Мои рифмы превыше всеобщих похвал. Зато смысла в них нет, и размер захромал. Это в точку, Юнгульф. Ага. Поздравляю. Твой ум, как топор твой, остер. Без сомнений. Я возьму свой выигрыш. Забирай. Все было честно.